Ребятушки, всем привет! С вами Сэш. С вами Лилу. Сегодня мы с доченькой отправились за грибами в лес. Железнодорожная станция Чехов осталась позади. А мы идем в сторону Москвы. Сейчас начало августа, попадается много малины. Мы с Виолеттой уже наелись. Сейчас собираем, чтобы домой отнести. А вот и первая удача под березовик. Вот он, маленький спрятался. Срубаем. Смотрим. Вроде чистый. А это синявку нашла. Да. А вот и Ветин первый гриб. Тоже под березовик. Ну, побольше, чем мой. Срезаю его. Ну все, ребятушки, набрали мы немножечко грибов. Вот, сейчас домой. Пап, давай грибной суп сделаем. Чур ты варишь.